Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Петренко, я актер театра и кино. И в первую очередь, конечно же, я хотел бы передать огромный привет всем ребятам, всем воспитателям, учителям, наставникам реабилитационной школы-интернат «Восхождение» города Чапаевск. Я с большим теплом вспоминаю нашу встречу. Ну и, конечно же, мне хотелось бы поприветствовать всех участников и организаторов 6-го открытого военно-патриотического фестиваля «Майский ветер». Такой фестиваль в первую очередь бесценен, конечно же, тем, что он сохраняет связь с поколений, сохраняет священную память о подвиге наших дедов и прадедов. В этой памяти заключен генетический код сохранения нашей страны, нашего народа. И, конечно же, она является фундаментом при воспитании будущих поколений. Так что всем участникам я хочу пожелать вдохновения и настоящего творческого полета. Всем взрослым мне хотелось сказать огромное спасибо за ваш труд. Вы прекрасно понимаете, что воспитывая детей в духовно-нравственном, военно-патриотическом ключе, мы сами становимся лучше и сильнее. Как говорится, наши дети приведут нас в храм. Так что с Богом, всем мира, любви и, конечно же, вдохновения. Новых вдохновенных планов. Ну и до встречи!